сколько можно вот этого потока грязи, сколько? Сколько вам еще нужно? Почему мы не говорим о наших героях, которые есть? Неинтересно? Потому что там крови нету, мяса нету. Вот к чему мы приучили нашу аудиторию. Да, были рейтинги, все здорово. Но что вы сделали с людьми? Ну, подождите, людям всегда нужно было зрелище и хлеба. Ну, согласитесь. Я знаю эту цитату, но это не так. Вы правда так считаете? Это дуракам. Это дураку нужно зрелище, дураку. И хлеб. Возьмем любого среднестатистического человека, что он быстрее поймет. Я просто смотреть. Закончу. Вот дураку нужно это, а умному человеку нужно еще несколько опций. Вот и все. Это ответ.